Мы сегодня делаем, как в Дубае. 5 разных стейков. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Совсем другие ощущения. О, прям слюнка потекла. Соленая. Мужицкий дождь. Аллилуйя, дождь из мужиков. И у нас сегодня прям мясистый выпуск. У нас прям мужской выпуск. Вот, два мужчины. За мясо однозначно нужно поставить лайк. Потому что давно не было прям такого мужского выпуска. Вот один мужчина, один шеф-повар. Вот так вот и готовь человека. Один мужчина, один шеф-повар. Я сегодня ем, готовлю. Ну, в общем, все делаю. Потому что ты у себя на канале готовишь, да, доширак, который мы с тобой решили сделать дорогой, дешевый. Ссылка в описании, потому что надо тебя научить делать хайповые вещи. Твои салаты нахуй никому не нужны. 100%, я это понял давным-давно. Питайте по ссылке в описании, пишите, что вы от Стаса, смотрите. И там будет офигенный, крутой, самый дешевый доширак и самый вкусный. И, ну, дорогой — это что-то на богатом. Да ладно. Что я сегодня буду делать? Сегодня ты будешь делать, в первую очередь, есть. Это я всегда делаю. А во вторую очередь я тебе расскажу, как правильно готовить мясо. Не стойся, брови повыщипывать, решил? Да. Если вы поставите хоть один дизлайк и напишите плохой комментарий, пизда вашим бровям. Немножко внесу ясности. Мы сегодня делаем, как в Дубае, золотой стейк. Нусрета, его Нусрета зовут? Вроде да. Самое главное, что у него есть золотые стейки, и он умеет солить. Да поты. Взял мою минуту славы, спиздил. Я тебе показал, теперь ты. Я научусь к концу выпуска. Давай. Смотри, учи. Ну то есть 5 разных стейков. Зачем? Ну, чтобы ты понял разницу. Угу. То есть можно приготовить вкусное мясо и в домашних условиях. Для того, чтобы приготовить вкусно, на две составляющих. Первое – это качественный продукт и руки из, ну, из жопы, но из профессиональной жопы. То есть у нас есть 2 стейка. Рибай – это стриплоин. Это рибай, это стриплоин. Это стриплоин, это… Нет, это рибай. Нет, знаешь что? Вот шеф-повар назвал его там. Не, вот, есть чем сравнить. Да, ты видел, ты посомневался такой, блять. Ну, мы сейчас будем делать вкусный, офигенный стейк. И это мы оставим на конец, потому что, ну, чтобы, ну, ребят, вы понимаете, что вы досмотрели, это пока такая, фу, и уходит. Что, давай готовить уже. Давай готовить. Хочу жрать. Короче, смотри, у нас печь. Спасибо, спасибо, что, спасибо, капитан. Это печь. Короче, для того, чтобы пожарить стейк в печи, Стас. Надо. Иметь печь. Правильно. Надо иметь печь. Надо ее иметь. О, будешь? Давай. Попробуй. Если не получится, я тебе помогу. Итак, поливаем. Смотри. Давай. Поливаем. Стой. Так, смотрите, поливаем. Давай, ма. Я забыл, что ты сегодня тоже вроде делаешь вид, что готовишь. Я смотри, я тебя вырежу, блядь. Будь черный квадрат бегать, только голо. Поливай хорошенько, и потом это оливковое? Массаж. Массаж. Все иностранцы говорят, надо делать массаж. Сначала сейчас, корове, а тогда потом сейчас, подожди, типа мясу. Рельсы, рельсы, шпалы, Так, давай начнем накидывать, да? Да, да. Чуть-чуть маслица. И поехали, и да? И поехали, да. Так, своей жирной рукой сейчас несу вам немножко понимания. Мы сейчас готовим 4 стейка, чтобы попробовать. И в конце мы будем готовить именно томагавк килограммовый в золоте. Все как полагается. А сейчас я хочу просто протестировать. И мы готовим всего лишь 4 стейка. Так что хватит болтать, погнали дальше жарить. Так, ребят, нам нужно сейчас быстренько перевернуть мясо. Вот такими мини-щипцами. И буду сейчас прям уже пробовать, потому что там уже все горит, уже все вкусно прям. О, прям слюнка потекла. Так, как и в Subway, у нас есть наполнители к мясу. Это вкусные приправы. Рассказываю. Да. Смотри, это копченая соль, розмарин и остренькая приправа. Ну, как ты любишь. То есть
есть ей прям слегонца можно присыпать. Любишь острый? Давай. Фигач. Перец тоже. Почувствую аромат. Это настоящий компотский перец. Из компота, да. Провинция компот, кто не знает. В Камбодже она такая есть. Дальше немного гималайской соли. Как ты... Как я тебя учил, помнишь? Пиздец, блядь. Это я тебя учил, блядь. Вот, блядь. Довольно-таки неплохо. Там иксо. Это... Ее бокал полный иксо. Это что такое? Так, вот так. Это перхоть. Немного понтов. Для вкуса. У нас есть специально для тебя еще два вида офигенного масла. Первое – это топленое. Угу. То есть его кладем аккуратненько и забываем про него, пока начнешь ты есть, как бы оно растает. А второе вот – это вот, чувствую запах. Хуй-то. Ароматное масло. Хочешь немножко секса? Пожалуйста, вот так вот делай. Можешь, пожалуйста, не здесь? Я-то хочу, но не здесь. Все, красота. Все, кайф. Ты давай садись, а я принесу тебе твои ништяки. Вы, наверное, сейчас видите счастье в моих глазах, счастье в глазах оператора, потому что ему что-то да перепадет сегодня, потому что мы сегодня нажарили кучу мяса, и это еще не все. Сейчас я попробую, сравню разные виды стейка, чтобы когда пробовал золотой с Викой Обжорой, которая скоро приедет, у меня было понимание. Так, первый у нас рибай и стриплоин. Давайте попробуем разрезать рибай. Ну, пахнет вкусно каким-то там компотским перцем. Так, не могу передать своими словами, оно приготовилось и внутри сочно. То есть, Сань, попробуй вот. Выглядит как будто оно сухое внутри. А оно прям сочнейшее прям. Давайте попробуем теперь стриплоин. Девушка, вам что-то надо? Мне, да, мясо. Давай тогда. Мясо. Давай тогда. За любовь. Да, супер, Стаса? Соленое. Вика Обжора говорит. Соленое, но вкусное. Ребяточки, следующее, что у нас есть, это стриплоин. Давайте попробуем стриплоин. Менее сочно. Но то, что это дешевый мираторговский стейк, я бы не сказал никогда. Стриплоин минус, рибай еще можно есть. Давай перейдем к дорогим. У нас есть дорогие стейки. Дешевый я уже попробую. Давай начнем прям, как и начинали, с рибая, да? Прям такой кусманище отрезаем. Совсем другие ощущения, бро. Все-таки есть разница между дешевыми и дорогими мясами. Ну и давайте перед уже золотым стейком быстренько попробуем вырезку. В общем, вот такое вот у нас мясо. Уже другой прожарки. То есть все мы попробовали well done. Это уже, как говорится, как надо. Да не, Вика, не пробуй. Я как будто сейчас просто сырое мясо буду. Не-не-не, ну не сырое. Вкусно. Скоро мы, может, запустим шоу, где Вика будет учиться готовить, потому что она не любит готовить вообще. Я не люблю готовить не потому, что не умею, а потому, что это долго. Все, ребят, сделали выводы, что дорогое мясо, ну, естественно, вкуснее. Мне очень понравилось вот это из печи, честно, я не ожидал. Я думал, что это какая-то будет шляпа, но это очень вкусно в печи. Так, ребят, мы уже поели и сейчас отправляем наш огромный килограммовый стейк в печь на 20 минут. И потом обворачиваем золотом, нарезаем, посыпаем все как в Дубае. Мне кажется, это заслуживает лайка. И если вы, как всегда, поставите 50 тысяч лайков, мы с вами делаем огромные суши. Огромные суши следующие, я вас предупреждал. Ой, такие огромные. Можно и заплакать от счастья, когда видишь такой стейк. Я плакать сейчас буду. Смотри, давай мы завернем здесь, типа не будем перерачивать вниз. А то у нас золота, сука, что-то не хватает. У вас много. Спиздили, блядь, стопудово, блядь, было. Брат, там все в золоте было. Если мы сейчас сделаем не так, как у него, я коллаборацию не снимаю. Ну что, сейчас будем делать финальный стрик.
Не, брат, такого добавить я не даю 100 пудов. Самые лучшие стейки в ресторане у вас. Самые золотые. Блядь, ну это пиздец, это, блядь. Это, сука, это очень вкусно. Бельда. Охуительно. Четко. Всем привет! Я больше не приду с открытым декольте. Настоящий нож с костей дубайского верблюда. Я выбрала подгорелым 5. Возьми не подгорелым. Давай другую возьми. Вкусно. Вкусно? Да. Как в Дубая. Печка, конечно, это вообще совсем другой экспириенс. Ребят, спасибо, что вы посмотрели этот выпуск. Мне было вкусно. Я думаю, что вам было смотреть вкусно. Вы параллельно приготовите эти стейки тоже сами. Вика, как всегда, довольна. Спасибо моему другу, который лучший шеф-повар, по моей версии. Я просто других не знаю. Не только по твоей. Лучший шеф-повар, ты сейчас это будешь. А по какой версии? Версия по моей версии. А, ладно, я такой тоже не знаю. Ребят, переходите по ссылке в описании на том видео, где мы готовим дорогой и самый дешевый доширак. Я думаю, что каждый сможет себе позволить приготовить такой вкусный и с подручных средств доширак. Вот к этому молодому, красивому, лучшему шеф-повару по пальмовой ветви. С вами был Супер Стас, Вика, Виктор Белей. Вика обжора. Но Вика обжора не хочет создавать канал, так что пишите ей в директ. С Виктором Белеем мы еще поснимаем контента. Пока.